В этом видео я хочу показать, что такое кольчатка на семечковых культурах. В этом видео я хочу показать и рассказать, что такое кольчатка на плодовых деревьях. Вот эта веточка из груши, но на этом примере я рассказываю и показываю, что это и груша, и яблоня. Вот так, вот это называется плодовая кольчатка или кольчатка на плодовом дереве. Это вот такие коротенькие веточки, которые заканчиваются на конце плодовыми почками. Их здесь может быть очень много, как видите. И здесь вот, так скажем, на такой короткой плодовой веточке множество плодовых вот этих кольчаток. Если плодовые почки, кольчатки, копьеца постоянно находятся на солнечных лучах, на солнечной стороне, то вот этих плодовых почек с каждым разом становится больше и больше. Если по каким-то причинам дерево начинает загущаться и плодовые почки попадают в тень, то постепенно вот эти почки, так скажем, отдают свой урожай, и вот в этих местах больше плодовые почки не создаются. Если плодовая почка также находится в тени, она отдала урожай, и больше здесь вот в этом месте плодушки не появляются. Но бывает еще такое, что если дерево имеет очень много силы, оно интенсивно растет, то оно старается создавать плодовые почки на молодых веточках. А на старых веточках она как бы вот эти все плодовые почки засушивает. Потому что дерево так запрограммировано, оно понимает, что вот эти почки все равно они со временем будут в тени, поэтому оно их засушивает и выращивает плодовые почки, так как говорят, на периферии, то есть на самом краю кроны, на 2-3-летних веточках. Вот так создается вот эта кольчатка и на яблоне, и на груше. Когда на плодовой веточке очень много кольчаток, вот, ну, к примеру, вот как на этой, здесь очень много. Получается, что с каждой вот этой почки весной появляется не просто цветок, а соцветие. Там 5, 6, 7 цветков. И если с каждой почки останется хотя бы по одному или два плода, то вот эта веточка маленькая, она просто будет залеплена плодами, но все плоды будут очень маленькие и некачественные. За лето дерево, яблоня, груша будет пытаться все это сбросить и оставить самые такие хорошие, самые сильные плоды. А все то, что поменьше, оно будет сбрасывать. В конце концов, на вот этой веточке останется там 1, 2, 3 плода, все остальное будет под деревом гнить. Поэтому, чтобы меньше проводить нормировку урожая, можно немножко вот эти кольчатки проредить. Взять, к примеру, секатор и смотрим. Например, вот здесь у нас есть 1, 2, 3 почки. Ну, здесь более-менее нормально. А вот здесь на краю 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Это очень много. Здесь будет все облеплено цвету. Весной это очень будет красиво выглядеть. Но, как я уже сказал, что качественных плодов, качественного урожая мы не получим. Поэтому мы берем и немножко эти кольчатки уменьшаем, оставляя здесь 2, 3, 4 почки. Вот здесь на краю тоже много есть плодовых почек, поэтому тоже можно немножко укоротить. Можно оставлять 2-3 почки. Больше не стоит, потому что все равно летом потом придется все это прореживать. Делать нормировку урожая. А это, ну, понятное дело, это дополнительное время, это трата времени на вот такое как бы не совсем нужное действие. Если можно сразу проредить вот эти кольчатки, и здесь само по себе уже будет урожая немножко поменьше, но качество его немножко увеличится. Ну, например, вот так мы проредили вот эти кольчаточки, уменьшили. И здесь качество плодов будет уже лучше. Следующая веточка, это веточка из абрикоса.
это двухлетний прирост, а вот здесь такой маленький на конце, это прирост этого года. На двухлетних приростах на абрикосе создаются вот такие букетные маленькие веточки. Очень похожие веточки на сливе, на вишне, на черешне. Но здесь почки немножко такие длинные. Ну, как бы на каждой все-таки косточковых почки немножко отличаются. И получается так, что на косточковых из каждой почки вырастает только один цветок. И завязывается или не завязывается один плод. На семечковых из одной почки плодовой вырастает соцветие. И там получается 5, 6, 7 цветков. Вот такое отличие есть между цветами и цветовыми почками у косточковых и у семечковых. Так, ну и на концовочку покажу еще одну веточку абрикоса. Это дикий абрикос, растет там 50 метров от моего сада. В моем саду вот все абрикосы вымерзли, а эти дички растут возле стены и вот держатся пока. Значит, здесь тоже вот такие коротенькие приросты. Где-то позапрошлого года, ну а вот это уже в этом году. Здесь такая веточка, вот эта веточка уже где-то трехлеточка. И на ней вот в прошлом году должны были быть цветочки вот в этих местах. А уже на этот год, ну который будет, вот на конце уже вот такой небольшой прирост. Здесь сколько там, 7-8, наверное, плодовых почек. И вот такие шпорцы, на которых на абрикосе и на сливе, в том числе абрикос и слива — это похожие культуры, также вот на таких шпорцах завязываются плоды. Еще раз повторюсь, что у косточковых из каждой плодовой почки появляется только один цветок, в котором в будущем или завязывается, или не завязывается только один плод. У семечковых из плодовой почки появляется, вырастает целое соцветие, в котором могут завязаться практически все 6-7 плодов. Ну вот такое отличие между семечковыми и косточковыми плодовыми культурами. На этом на сегодня у меня все. Кому видео было интересно и полезно, пальчик вверх. Подписывайтесь на канал, смотрите мои другие видео. Смотрите видео обзоры о яблоках, о грушах. Ну и в будущем, я думаю, что будут такие же обзоры и о сливах, вишнях, черешнях, ну и так дальше. Обо всем, что растет в моем саду. На сегодня у меня все. До следующего видео.